Shark Game. Всем доброго времени суток, вы находитесь на канале Shark Game, и в сегодняшнем видео речь пойдет об игре Nuclear Throne, а вернее об моде под названием Ultra. Итак, что же вносит данный мод в игру? В первую очередь скажу, что как только вы установите его, у вас откроются все персонажи, даже те, которых вы не разблокировали. Кроме всего, с открывшимися персонажами у вас появятся новые герои с уникальными индивидуальными способностями. Ну а также, кроме открывшихся персонажей, будут еще и герои, которых вам придется разблокировать. На этом изменения не заканчиваются, ведь мод вносит в игру еще и настройки с огромным выбором. В них можно настроить буквально все, от выбора первоначального оружия до настройки карт. И это я вам продемонстрирую, выбрав пункт клаустрофобия, после которой все карты на уровнях станут совсем крошечными. На них буквально смогут уместиться всего 5 врагов. При помощи данной настройки мы сможем облегчить прохождение игры, но делать я вам это не советую, так как вы можете пропустить много чего интересного. Далее затрону тему, касающую различных нововведений, прокачки мутантов способностей. И перейду к новым локациям, с отголосками к различным играм, на которых нас будут ожидать новые враги. И что самое немаловажное, с ними можно будет расправляться при помощи новых видов вооружений. Сколько их добавилось, сказать трудно. Скажу одно, что их много. Ну и напоследок, кроме новых локаций, нас еще будут ожидать новые боссы, от драконов до чеширских котов. Если вы заинтересовались модом, то ссылку на скачивание я оставлю под видео. Установка мода довольно проста, вам необходимо скачать архив по ссылке, разархивировать его, затем скопировать файл Data и Nuclear Throne Ultramod 15.3 и переместить их в установленную игру Nuclear Throne. Подтвердив замену, запускаем игру при помощи старого значка игры и радуемся нововведениям. На этом мое видео подходит к концу. Если оно вам показалось интересным и полезным, то можете поставить лайк или же подписаться на канал. Ведь не сделав этого, вы рискуете пропустить очередное мое видео, посвященное этой игре. На этом я оставляю вас со своими предыдущими роликами. Всем удачи и до скорых встреч на канале Shark Game.